Хаюшки, дорогие мои друзья, меня зовут Олег Брейн, и мы проходим вслепую Dishonored. Ну что ж, движемся, мы выспались, получили некоторые новые возможности, и теперь будем двигаться на поиски приключений. Я думаю, многие хотели бы посмотреть, что тут нас ждет дальше. О, найс. Так, надо спуститься. Да, красиво, красиво, знаю. Очень симпатично. Но дела не ждут. Надо спуститься вниз, давайте поглядим, как нам это сделать. Ага. Смотрите, что у меня есть. Могу вот так вот делать. Опа, я уже здесь. Очень интересная особенность. Надо поговорить с адмиралом Хевлоком. To make the world right. Our purpose is clear. We want to restore Her Majesty's line by finding and putting Emily Caldwin on the throne. To those ends, we'll hide, act in shadow, take them apart, piece by piece. Tonight, High Overseer Campbell dies by your hand. It won't be easy. He's protected by his overseers, an army of religious zealots. But if anyone can do it, you can. Your exploits are legendary. Campbell carries a private journal. Once you've eliminated him, get the journal, because we think it contains Emily's location. Recovering her is obviously critical, assuming she's alive. That's the gist of it. Remember our cause and strike true. We're counting on you. Ясно. Значит, наше задание — найти и убить Кэмпбелла. Хорошо. Будем пробовать. Ремесленное руководство по ремеслу. На добытые вами деньги Пьеро может создавать и улучшать снаряжение. Видите, можно красть различные такие штуки. Вот монеты у нас уже были, вот эти вот штучки тоже были. А вот слитков золотых я пока что с украшениями не находил. Если вы найдете чертеж и принесете его Пьеро, тот за определенную плату улучшит ваше снаряжение. Сделать это можно в любое время. Окей. Окей. Погнали на задание тогда. Че томить-то? Побежали. Корво. Hello. I'm Callista. I work here for Admiral Havelock. I'm sorry to intrude on your business, but this is important. I suspect you're going to kill the High Overseer. That wretched man. There's really no reason for you to listen to me. But my uncle, Jeff Kernow, still serves as captain in the City Watch. But he's a good man, and my only family. The chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an exotic poison. And I think I know why. My uncle's not corruptible like the rest of them. Campbell is going to poison my uncle. Do you think you could protect him? You used to do that, right? Before you had your current profession. Before you became an assassin. Так, я так понял, это вспомогательное задание, видите, дополнительно спасти капитана Карнау. Сделайте все, чтобы его не отравили, да? У Калисты есть дядя, капитан городской стражи Данвола. Капитан Карнау — хороший человек на службе у прогнившего режима. Он пытается изменить систему изнутри, но сделать это не так просто. Но мы попробуем, ребят, мы попробуем все, что... от нас зависит, мы сделаем. А, погнали. Сэмюэль нас отвезет обратно, давайте. Ну, у меня есть. Смотрите, там рыбка какая-то была, видели? Там только что хвостом вилял. Может, у меня глюки? Ну, вон, смотрите, смотрите, видите, там что-то виляет. Что-то есть. А, я готов отправляться, да. Вон, смотрите, видите, плавники видны. Отвези меня в винный квартал. Погнали. Вот, одеваем масочку. Смотрите, обалденно просто сделано. Реально много фишек, которых ранее не было. Я надеюсь, что после Dishonored разработчики подхватят какие-нибудь идеи из этой игры и порадуют нас в других проектах. Так, винный квартальчик. Смотрите, мы едем. Плывем, точнее. Капельки, видите, остаются. Так, если смотреть, стекают как бы. City Watch still holds the bigger streets, and they've set up those wall of light checkpoints. Man walks through one of those, and he ends up burned to a crisp. Everything not controlled by the City Watch is gang territory. And there are the real odd birds living on the fringes, like that Granny Rags.
They say she's nuts. I don't know which is worse. Just take your pick. Так, ну что, ребят, мы приплыли. Пришвартовались. Давайте посмотрим, что у нас касательно заданий. Бульвар Клеверинг. Ага, за первой световой стеной патрулирует городская стража. Переулки вокруг бульвара принадлежат банде Bottle Street. Старая ветошь живет в квартире в конце Эндория Стрит. Сейчас разберемся попутно. Забрали вкуснотень. Устранить Кэмпбелла. Наша основная цель — и обойти эти световые стены. Ну, давайте попробуем, что у нас там есть. Ножик. Ой, тихо, пока не надо. Пока мне это чудо не надо. Вон, смотрите, видите, они сбрасывают, смотрите. Сбрасывают трупы. Хорошо, попробуем. Так, у нас есть эти способности, видите, смотрите, разные. Семерочка. Восьмерка — это у нас, я так понял, зрение. Видите? Такое темное зрение. Его можно включить и выключить по желанию. Я ставлю быстрое перемещение на всякий пожарный случай. Давайте-ка возьмем арбалет с обычными болтами. Пусть так будет. Конечно, не очень удобно будет нажимать все время на семерку, чтобы переместиться в какое-то место. Так, давайте попробуем. Быстро его оглушаем. Так, в чем дело? Смотрите. Так, его надо скинуть как можно быстрее отсюда. Прячемся. Так, вроде бы нас никто не заметил. Я не вижу уровня тревоги, поэтому можно отсюда валить тогда. Тихонечко. Очень тихонечко. Ой, красавец. Ее тоже можно оглушить, что мы, в принципе, и сделаем, наверное. Я, конечно, понимаю, что это девушка, и, возможно, она просто гражданская, но, как говорится, на войне все способы нужны. Так, давайте скинем ее туда. Удачи поплавать. Удачного полета. Так, смотрим, что у нас тут такое, может, что-то найдем полезное. Вроде бы ничего такого нет. Аккуратненько. Тихо. Так, давайте посмотрим, как они на нас реагируют. Реагируют ли они вообще на нас? Ага, выжившим ничего нам не делают. Поэтому можно спокойно бегать. Я, видимо, зря выбросил эту девушку. А, можно было это не делать. Что это, карта? Это схема, видите? Мы находимся вот здесь. А площадь Холджера у нас тут, бульвар Клеверинг, нам надо как раз туда добраться, вот этот бульвар, можно как раз посмотреть, как это сделать. Очень просто. Так, он один охранник. Сейчас попробуем его вырубить. Аккуратненько. Тихонько. А теперь надо подумать, где спрятать его бездыханное тельце. Ну, давайте поглядим. Может быть, где-то здесь, вот, например. Сюда. Вот это мина. Пружинная мина. Я уже видел ее чертежи. Смотрите, как она действует. Посмотрите. Мать твою. Пружинную мину можно прикрепить к любой поверхности. Просто прицелитесь и нажмите правую кнопку мыши. При приближении врага мина сработает. Взорвавшись облаком шрапнели. Твою же за ногу. Вы можете отключить защитную систему или заставить ее работать на вас. Для этого перемонтируйте электросхему монтажным инструментом. Каждый инструмент можно использовать только один раз. Все узлы на световой стене доставлены на ваш участок. Хорошо. Угу. Вот это можно будет с ворванью этой взять этот баг, но пока что он мне не нужен, да? Так понял. А куда его можно присобачить? Давайте посмотрим. Есть несколько способов миновать эту световую стену. Отключить ее, убрав баг. Это можно сделать, видите, как вариант. Вскарабкаться по стоящим справа ящикам и залезть на крышу. Второй вариант. Пойти направо и найти обходной путь.
Вот это третий вариант. И вселиться в крысу и пролезть в норку слева. Но, к сожалению, вселяться у меня такой возможности пока что нет, поэтому пролезть я не могу. Блин, офигенно, можно в животных вселяться. Вы представляете, как тут сделали? Круто. Но я попробую просто баг убрать, который вон там находится. Видите, вот крысы, смотрите. Бифштег со вкусом мяса. Нам там не пройти вообще никак. А посему, видите, что от них осталось? Только горстка пепла, как говорил нам Сэмюэль. Так, кто это там такой? Угу. Они просто трупы, видите, сбрасывают. А поэтому мы их трогать не будем. У меня есть способ, я могу здесь подняться. Вот туда наверх. Могу отключить здесь. Я, пожалуй, воспользуюсь вот этим вариантом. Я вскарабкаюсь тут. А где-то рядом есть руна или костяной амулет. Используйте сердце. Нажимаем шестерочку. 73 метра. Давайте пойдем возьмем руну. Я думаю, нам это очень пригодится потом. Побежали, побежали, побежали. Что-то какие-то лишние голоса. Это мне не нравится. А можно войти? Нужен ключ. А туда пробраться я пока не могу. Давайте попробуем здесь пройти. Угу. Смотрите, костяной амулет там, а руна находится в 140 метрах. Интересно, девки пляшут. Ну что ж, будем думать, ребят. У нас есть некоторая свобода действий. Смотрите, я как бы отошел, видите, уже от этого дела. Давайте глянем, что там такое. Спускаемся вниз. Что у нас там? Давайте посмотрим. Что там, люди какие-то? Вроде бы обычные люди, и ничего страшного они нам сделать вряд ли смогут. Так, забираем крысиное мясцо. Полезные вещи разные. Так, руна находится в 119 метрах. Стена света 61 метр и костяной амулет 37 метров. Сюда можно зайти? Винокурню остаться в Болл-стрит. Давайте пока останемся тут, посмотрим, что можно сделать. Так, это... Угу. Аккуратно пройдем тут. А нам можно как-то наверх, да, пробраться? А давайте попробуем. Вот так вот, смотрите, как я пробрался. Даже, честно говоря, даже не подозревал, что так можно сделать. А, там какие-то странные трубы. Аккуратненько. Аккуратно. Не шумим. Честно скажу, я не знаю, куда мы направляемся. Но думаю, что делаем мы все правильно. Бульвар Клеверинг. Вот нам сюда как раз и нужно было. Устранить Скэмбела. Пройти за первую стену света. Вон она, кстати, видите? Мы прошли. Присели. Ага, там у нас три охранника. Но туда, наверное, нет смысла идти. Так, давай. Тихо. Там тоже опасное дело. Берем наши способности и перемещаемся. Будем думать, ребят, что нам тут делать. Вниз не получится. Это не вариант. Наверх тоже не вариант, я так думаю. Давайте еще. Вот он пришел. Давайте попробую его вырубить по-бырикому. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не шебурши. Забираем. И прячем его где-то здесь. Вот сюда. Лежи, братишка, пока тут. А я погляжу, что у нас с этой стороны. Так. Человеку плохо. Его кто-то нашел, что ли? Так, валим. Валим отсюда. От греха подальше. Видите, он пытается найти нас, вон у него такие молнии над головой. Но у него вряд ли это получится. Через какое-то время эта тревога пройдет. Если он, конечно, не заметит меня раньше. Мне просто интересно посмотреть на реакцию. Перемещаемся. Можно наверх? Давай, 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 давай. Как ловко получилось. Сам того не понимая, я... Удивлен, как это вышло. Там еще двое стоят, но его надо отсюда унести.
спрячем там же, где это тело было. Тельце. Вон, смотрите, идут, видите? Поэтому давайте сбросим его туда нафиг. Понятно. Перемещаемся. Сейчас я тоже его постараюсь быстро оглушить. Перетянем ему сюда артерию. Давайте тихонько. Спи, мой сладкий. Все хорошо. Так, мне это начинает нравиться. Главное, я так понимаю, всосаться в этот геймплей, чтобы потом все было очень красиво, гладенько, и вам нравилось, и мне тоже так радовало глаз. Так, ну что, мы их оглушили всех. Кого-то убили, кого-то оглушили, и теперь я могу пройти здесь. Мне нравится эта некоторая нелинейность, это реально очень круто. Так, забираем это дело. И теперь я могу здесь пройти без проблем. Ой. Даже не понял, как это произошло. Так, у нас проблемы. Давай, 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 чел, давай. Вот так вот. Сидим здесь. Ждем, смотрите, видите, они пытаются найти, в чем дело. Что случилось? Кто это сделал? Ну, мозгов у них, наверное, не хватит понять, что это сделал я. Видите, они пытаются искать. Вот, один, второй, третий. Пошли на поиски меня. Так, ну вот это наша жертва явно. У меня есть лук. И сейчас я, пожалуй, им воспользуюсь. Так, это мина. Усыпляющий дротик. Опачки. Спи, моя радость, усни. Так, один готов. Ой, нет, блин. Ну ладно, это фейлы пока что временные. Так, мне надо наверх, но я пока не могу туда. Да, наверное? Можно как-то? Угу, вот сюда. Тевианская руда. Так, достаем арбалетище. Давайте зажжем его. Смотрите, что творится вообще. Так, ребят, нам надо валить отсюда. Валим сюда. Я думаю, что надо его усыпить. У меня есть усыпляющий дротик для тебя, дружок. Спим. А других можно и зажечь. Я думаю, давайте зажжем, наверное, вот этого. Что он загорится. И я выбираю обычные арбалетные патроны. Ну, обычные стрелы болтовые. Так. Вон, смотрите, мы попробуем аккуратненько сейчас добраться до него. Вот как это делается, ребят. Где-то рядом находится амулет или что-то такое. Сейчас мы будем искать его. Так, я обезвредил всех, кто тут был. Так, вроде бы все, да? Вроде бы тут никого нет. Блин, реально круто. Свой стиль игры, умения. Руны помогают бороться с противниками и преодолевать препятствия. Мгновенно переноситься с крыши на крышу, вселяться в крыс и рыб, или замедлять время в бою. Офигеть можно, ребят. Точно игра года, безусловно. Даже бескомпромиссное решение. Эту странную руну мы нашли на трупе женщины, которая раньше продавала выпечку. Неизвестно, от чего она умерла, но поскольку эта вещь похожа на оккультный символ, мы отложили ее для смотрителей. Давайте зайдем, поглядим, что у нас там умение, да? Вселяться можно? Нужно три руны, у меня есть только одна. Вот здесь можно почитать, видите, сколько чего надо для открытия умений. Вот тут как раз можно потратить. Живучесть. Увеличивается число очков здоровья. Покупаем. Тратим на это одну руну. Теперь у нас открыто умение живучесть. Выходим. Я думаю, можно выйти теперь и посмотреть, что тут у нас происходит дальше. Что нам делать? Трупы охранников я, наверное, прятать не буду, но у меня, видите, вот площадь Холджера. Наше задание как раз двигаться туда. Ну, раз надо, побежали. Побежали, побежали. Видите, гробы похожи на гробы. Странно очень-то все. Ладненько, пошли, ребят. Площадь Холджера. Наше задание как раз канцелярия Верховного Смотрителя. Вот этот Кэмпбелл, этот, которого надо убить, Верховный Смотритель. Продолжаем наше движение. Я думаю, здесь можно сохраниться. Давайте это сделаем. Сохраняшечка. Я не буду вырезать, вы сразу это все видите, как это происходит. Побежали дальше. Вот охранничек, которого сейчас нам надо будет вырубить. Что там такое происходит, смотрите. Ага, это пытают они его.
Так, тихо, сладкий, не рыпайся. Теперь его тельце надо где-то зашкерить. А я думаю, идеально будет вот где-то здесь его сбросить. Вот так вот. Давайте посмотрим, кто это. Смотритель Мартин, видите? What a sight you are in that mask. I know who you are and what you're here to do. And I can help. Unlock me and I'll buy you a drink. Его можно убить, смотрите. By the void, I'll buy you 100 drinks. Рычаг от кандала, видите, можно его освободить. Feels good to stand up straight. Thank you, Corvo. What you're here to do tonight is of the highest importance. We've got to find Emily. So kill Campbell and make it quick. Once it's done, search his body for the journal, his notorious black book, and get out of there. Campbell is meeting with a guard named Kernow. And word from my informant is that Campbell is going to poison him. Maybe you can use that to your advantage. All right, I won't. Хорошо, цель спасена, Мартина мы спасли, и он подсказал нам полезную информацию касательно Кэмпбелла, то, с кем он встречается, что нам надо найти, где это лежит. Поэтому я советую вам, ребята, по мере прохождения помогать вот так вот, ребят, тем более они на нашей стороне. А этих подлых мразей, которые, видите, они, которых мы убиваем, надо так с ними поступать. Так, тут можно подняться, да, я так понял, смотрите. А можно пройти через дверь, а можно попробовать вот здесь. Так, у меня сердечко в руке. А я не хочу пока сердечко. Беру арбалетные болты и поднимаюсь наверх. Смотрим, что у нас тут очки. Блин, как же это офигенно все-таки сделано. Эту игру, по-моему, можно вечно сыграть. А здесь нам нужно наше умение. Нажимаем семерочку, и тут можно приподняться вот так вот. По вентиляции пройти дальше. Давайте оценивать ситуацию. Что мы тут видим? А, того можно убить, охранника. Один, второй. И, наверное, где-то тут третий, да? Шкерится. Ах, там двое, видите, разговаривают. А, что мы делаем? Я могу спуститься. И вот его обезвредить аккуратно. Видите, он крысу раздавил, смотрите. А можно сделать убийство сверху. Но я боюсь, что оно может не получиться у меня. Давай. Вот так вот. Я не знаю, ребят, правильно ли я поступаю, но хочется верить, что правильно. Так, они меня не видят, да? Твою мать, что это выпало? Граната, видите, мы забрали гранату. Он без сознания. Пусть лежит здесь. Я могу вернуться назад. Вот, я вернулся назад, на исходную точку. И сейчас мне, видимо, придется его убить. Прикольно, кстати, было. Я не понял, что это вообще произошло. Но эффект мне очень понравился. Это реально круто. Так, ну хорошо, ребят, спускаемся. Я видел, там еще один был где-то гулял, да? Он разговаривал с ним, помните? Там двое стоял. Смотрите, крови. А кровь, она привлечет внимание определенно. Так, крысы, можете лакомиться пока что. Пока я добрый. И вот его тельце, видите, они тоже в масках. Его надо тут тоже спрятать. Вон, можно было туда еще занести. Но я не стал это делать. Так. Ладно. Смотрите, тут можно пролезть. Мы можем залезть туда. А, давайте посмотрим, что там. Просто интересно. Вот так вот. К сожалению, пришлось потратить на это дело две стрелы. Что мы тут имеем? Ради чего такие были затраты? А, граната. Забираем. Что тут полезненькое? Вейланд, сегодня вечером здесь будет капитан Карноу с сопровождающими. Позаботьтесь на посту, чтобы их пропустили без проволочек. Хорошо, это полезная инфа. Так, забираем, что тут есть. Я так понимаю, что сейчас мы целенаправленно... Ой. Свой стиль игры, передвижение. Добраться до цели вы можете разными способами. По улицам и переулкам, по крысиным норам, крышам и стокам. Экспериментируйте. Ну, хорошо, попробуем. Попробуем, что же нам делать-то. Ой, нас заметили. Херово.
Я смотрю, что-то на них не особо-то действует. Ой, нет, нет! Он кинул гранату, быстро, блядь! Фух. Так, бежит, смотрите, бежит. Опа. Гангам стайл. Так, это, конечно, был уже чистый экшен. Нас предупредили и вообще нам посоветовали как-то действовать скрытно. Давайте возьмем его и скинем его туда. Удачи. Поботрач. Этого тоже можно скинуть. Хотя кровушка, которая остается после них, она... как бы говорит о том, что здесь, смотрите. Видите, это я их скинул, и кровишка офигенно сделана, на самом деле. Очень круто. Так, можно здесь, да, пролезть? Ну, давайте попробуем. У меня есть возможность включать зрение такое. Видите, темное зрение. Но я так понял, что пока что в этом смысла никакого нету. Интересно. Смотрите, видите, он прошел. Угу. Я могу взять арбалет и прикончить его. Я надеюсь, что я поступил правильно. Поэтому движемся дальше. Можно пройти нормально. Так. Ух, куда это нас приведет, ребят? Я не знаю, честно вам скажу. Болты — это очень полезная штука. И что у нас тут? Целебный эликсир скалу, видите? Так, тут можно выйти, да? Угу, поднимаемся. Так, вон там какой-то кабинет, до которого нам надо дойти. А, вроде бы как все правильно. Давайте посмотрим. Нет, реально классно, нелинейность. Как хотите, так и проходите. А, можно пойти на псарню и остаться в канцелярии Верховного Смотрителя. Давайте пока будем здесь. Кабинет 58, инструкция по клеймению. Клеймению, видите, можно пройти. А, ну, давайте попробуем. Посмотрим, что тут делать. Канцелярия. Вот эта канцелярия. Мы опять вышли. Так, что тут у нас? Угу, там двое. Побудем пока в тени, наверное. Ой. Ой, 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 ой. Ой-ёшечки, нас заметили. Это херово. Так, они вроде бы как видят меня, да? Понеслась! Тут я начал играть Dishonored и понеслась. Ой, мать твою. Тихо. Стелса, как говорит. Так, иди сюда, мудила. Иди сюда, сука. Я тебе дам. Все, мы остановили. Оу, щет. Твою мать. Тихо. Ох, как прикольно это, кстати, выглядело. Так, патронов у меня нету. В арбалете. Блин, хотел скрыто проходить. Хотел скрытно, чтобы это все было. Не получилось скрытно. Вот он побежал. Тихо, 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 братка. Мать твою. Где-то здесь. Видел, он сюда побежал, кажется. Опачки. Ох, ребята, это, конечно, эпично. Пополняем себе здоровье. Так, включили сирену, кажется, да? Иди сюда. Ну, давай, давай, я отобью твой удар, давай, давай. Вот так вот. Да, навели мы здесь порядки. Это, конечно, нежелательная шумиха. Я, если бы там не... Тихо. Тихо, тихо, братка. Давай, бей. Смотрите, крыски уже начали. Смотрите, активно, активно они его жарят. Блять. Кушайте, мои сладкие, кушайте. Папка вас накормит. Еще двое, смотрите. У нас сегодня мясо, конечно, полнейшее. Так, что у нас по патронам? Обычная пуля. Давайте возьмем. Как он няшно взорвался. Да, видите, одну оплошность сделали, как бы цепочку порвали действий. И вот какие вот последствия, видите. Начался экшен.
Нам это абсолютно здесь не нужен, такой экшен. Так, у меня нету ни арбалетов, ничего вообще. Пусто, голяк, можно сказать. Поэтому берем обычную. Такое ощущение, что это урны с прахом. Так, в принципе, и есть, наверное. А, вот это канцелярия, и мне надо добраться до кабинета. У нас нарушитель, да-да-да-да-да. У нас тут беда вообще. Я тут навел тут порядки вообще свои. Поэтому надо валить отсюда. У меня есть мина вот эта вот. Я хочу ее как-то где-то использовать. Мать твою! Посмотрите, от него ничего не осталось. Вот как эта пружинная мина действует. Охренеть можно. Шрапнелька дает себе знать, спасите. Но я тебя трогать не буду. Можно его оглушить. А можно просто пройти мимо. Смотрите, офигеть. Ничего не осталось от него. Хочу посмотреть еще раз, как эта мина действует. Мне понравилось, ребят, реально круто. Угу, можно туда пройти, смотрите. А можно здесь мину эту кинуть. Иди сюда. Сюда. А, я так понимаю, что сейчас вообще, наверное, нет смысла бесшумно их трогать. Бесшумно обезвреживать врагов. А, так, прячем где-нибудь тут труп. Здесь, например. А, здесь явно можно подняться, но мне кажется, там не получится открыть, но это не страшно. Разберемся. Угу. А вот кабинетик, смотрите. Встретьте Кэмпбелла и устраните его тут. Бокалы, видите, походу можно травануть это дело. Угу. А, травить обоих, вылить бокалы, поставить отравленный бокал Кэмпбеллу. Вот то, что мы сделаем. Теперь отсюда валим. Давайте посмотрим, как это будет происходить. А у меня, видите, наводится. Так. Интересно просто посмотреть на это дело. Так, они там, да? Ой. Тихо. Прячемся. Прячемся. Здесь можно хорошо зашкериться. Сейчас он свалит и... Так, я надеюсь, он меня не видит тут. Тут должен стоять пост. Здрасте. Походу ему не понравилась наша встреча. Давайте возьмем то, что от него осталось, и спрячем тут. Блин, офигенно вообще. Мины эти действуют, обосраться можно. Какая ржака. Так, что там такое, давайте поглядим. Вроде бы чисто. Так, ну мы еду подпортили, да? Что это, забираем? Пора выпить. Ой, прячемся, прячемся, прячемся. Прячемся. Так, сейчас он должен прийти. Я надеюсь, он меня тут не заметит. Вроде бы как темный такой уголок. Все, мы его убили, походу, да? Задание обновлено. Подождать, пока Кэмпбелл и Карнелл зайдут в кабинет для переговоров. Вон они зашли, смотрите. Верховный Смотритель и Капитан Карнелл. Но мы отравим только один бокал. Насколько я понял, и Капитан Карнелл будет жить. Если я все делал правильно. Но мы сейчас поглядим, как это будет. Maybe a little too much ale. One harmless prank with a runaway chicken, and 10 minutes later Trevor's Alley is a sea of blood and teeth. Смотрим, ребята, ждем. Момент истины должен настать буквально вот сейчас. Давай, 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 давай. Take it easy there, old son. I'm all right, Colonel. But down the wrong way. Он поперхнулся, как бы яд уже действует, видимо. But my overseers have a name to protect. I can't allow you. Так, смотрите, у него помутнел рассудок. Сейчас он должен свалиться. Что у нас там по заданиям? Давайте еще раз. Найти Эмили. Дополнительные поручения. Без убийства клейму еретика. И что там еще у нас?
спасти капитана Карно. Вот. Вот это мы сейчас делаем. Черную книгу. Хорошо, хорошо. Сейчас посмотрим. Он сдохнет, смотрите. Все. Цель убита. Кэмпбелл убит. Тихонько, ребят, не шебуршим. Сидим, надеюсь, проблем не будет. Без убийства, видите? Так он посмотрит прямо на меня, я, боже, боюсь. And I'll have your weapons at once, idiot. One step closer and I'll gut you. You've forgotten where you are, Captain. You've no power here. You'll regret this. Go for the alarm. Now! We'll have to fight. Так, походу, надо вмешаться. Так, я смотрю, на нас что-то мало внимания обращают. О, это уже проблемы. Иди сюда, сладкий Перси. Attention. This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Блин, жесть вообще, смотрите. Зря я, наверное, вышел, зря. Ну, по крайней мере, мы сейчас поместим их немножко. Двери закрыть нельзя. О, найти Эмили. Забрали дневник с компроматом у Верховного Смотрителя Кэмпбелла. Вернуться к Сэмуэлю, и на этом заданица наша закончится. А что тут у нас из дополнительного еще? Лодочник Сэмуэль, 20 метров. Attention. This facility is now in high alert. Валим, ребята. Надо, наверное, через окошко, да, как-то? Открываем двери. Так, надо бежать отсюда. Посмотрим, как отсюда выбраться. Они все перекрыли, смотрите. Все перекрыто. Попробуем свалить по-тихому. А если не получится по-тихому... Цель спасена, Карнул спасен. Он просто не подавал вида, видите? Ага, вот здесь нам можно выйти, смотрите. Лодочник Сэмуэль, выходим. И выходим на задний двор. Мы здесь все выполнили. Дополнительное задание выполнено, которое попросили нас сделать. И основное тоже. Кэмпбелл мертв. Тихонько. Так, он что-то заподозрил. Видите, там было. Но не будем пока привлекать внимание. Давайте подождем. Он сюда зайдет. Зайдет он сюда? Надо посмотреть. Угу. Давай, гнида. Иди сюда. Вот он ушел. Я быстро к нему перемещаюсь и зажимаю левый Ctrl, чтобы его, как говорится, вырубить. Так, он вырублен. Вон там еще один, смотрите. Подальше, чтобы он нас не заподозрил. Сэмюэль в 73 метрах. Так, свалил. Ну и молодчик. Отлично. Блин, эти перемещения офигенно радуют, конечно. Так, пополняем. Нажимаем Т. Не забывайте, когда мана иссякает. Давайте аккуратненько тут это все сделаем. Где-то рядом есть руна. Давайте найдем ее. Угу, 9 метрах. Он где-то внизу, да, надо его забрать. Обязательно. Обязательно заберем. Так. Так, так, так. Руна в 56 метрах. Так, пока не будем валить, давайте найдем это реально полезные вещи. И надо бы разжиться ими. Угу. Так, там псы, смотрите, собаки. Твою мать. Ладно, хрен с ними, с этими амулетами. Я уж как-нибудь потом тогда возьму. Я не умру, нет? Ой. Жизни, конечно, забрало, но... Так, плывем отсюда. Вон наш лодочник. Фу, можно было спуститься, смотрите. Да, холодновато для купания. Вот, можно было спуститься. Я что-то не подумал об этом. Я предпочел такой экстравагантный способ. А, ну что, валим отсюда. Мы сделали это задание. Можно теперь уйти. Может, это не мое место сказать, но люди веры не должны жить как барони. Вы готовы идти? Да, отправляемся. Писью яму, да. Блин, название, конечно.
Валим отсюда. Я постараюсь в новых сериях нормально с этими рунами разобраться, добыть их. Видите, одна из семи рун есть. Святилище Чужого, мы его не нашли. Картин Скалова тоже нету, и монеток не так уж и много. Призраков не обнаружено ни разу, нет убитых, хаос в мире, текущий уровень высокий. Особые действия. Мы спасли капитана Карну и отравил Верховного Смотрителя Кэмпбелла. Продолжаем. Грузочка. Плывем назад. К нам домой. Теперь это наш дом. Так, вроде бы эта девушка, да, давала нам задание, чтобы мы спасли его дядю, если я не ошибаюсь. He's alive. Thank you, Corville. Thank you. My uncle's a good man, and one day he'll prove it. Here. I know you did this for the right reasons, but I want you to take this as a reward. It's an old heirloom one of my aunts gave me. Ну что, она дала нам фамильную драгоценность, хорошо. Все, ребят, на этом заканчиваем. Встретимся в новых сериях. Это прохождение игрушки Dishonored. Меня зовут Олег Брейн. Подписывайтесь. Пока-пока.